Всем привет! Сегодня я решила приготовить завтрак вместе с вами. Я буду готовить вкусный и полезный завтрак. На завтрак у меня сегодня будет семга на пару и картошечка на пару. Рыба морская очень полезна, и ее необходимо кушать вообще хотя бы раз в неделю. Ну, не обязательно это будет семга, можно и другую рыбу выбирать. Но я зашла в магазин, увидела семгу. И очень мне ее захотелось. Я давно ее уже не готовила и решила сегодня приготовить. Вот такие несколько кусочков у меня семги. Ну, нам надо сейчас ее подготовить для пароварки. Семгу я немножко присаливаю. С двух сторон. Перевернем. Соль делаем по вкусу. И теперь берем приправу для рыбы, любую, какая у вас есть. И немножечко ее задабриваем приправой. Также с двух сторон. Все, это у нас готово. Я беру решетку от мультиварки и выкладываю сюда семгу. И оставляю место для картошки. Теперь берем картошку. Я ее режу крупно. Ну вот как-то так, может быть. И все, картошку нужно только посолить. Можно ее не солить предварительно, а посолить уже в тарелке. Это кому как нравится. Кто-то, может быть, вообще на диете соленое не ест. Но я люблю солить ее до приготовления. Немножко присолить. В мультиварку я предварительно налила уже немножко водички по нижнюю отметочку. И теперь у нас здесь рыбка. И переложим эту рыбку картошечкой. Ну вот как-то так. Все, теперь закрываем крышкой и ставим режим пароварка на 30 минут. Ну что, наша готовка подошла к концу. Откроем, посмотрим, что у нас там получилось. Аккуратненько, чтобы не обжечься. Вот такая вот красота. Сейчас я выложу порцию на тарелочку, остальное положу в контейнер. И будем пробовать. Вот такая вот красотища у меня получилась. Ну что, мои хорошие, блюдо получилось красивым, вкусным. Я его, наверное, пробовать сейчас не буду. Я просто сейчас сяду и буду есть. Потому что это я уже готовлю не первый раз. И я знаю, что это нереально вкусно. За уши не оттянешь, оторваться невозможно. Ну и также можно овощами украсить тарелочку, чтобы это было аппетитно. Чтобы это выглядело вообще очень аппетитно. Ну и на пару можно также, помимо картошечки, положить еще, например, цветную капусту или еще какие-нибудь другие овощи, которые вам нравятся. И также приготовить на пару, 30 минут ставите, и все это в тарелочку потом. Все это очень вкусно и нереально просто. А пахнет, когда это готовилось блюдо, исходил очень такой вкусный ароматный запах. Но вот эта пряность, которая посыпается, я не знаю, что там в состав входит, но специальные специи, которые подходят для рыбы. И сама по себе семга, она всегда пахнет очень хорошо. Хотя вообще другие
рыбы, именно морская рыба, она при приготовлении обычно издает какой-то, ну, не очень запах хороший, когда вот жарите морскую рыбу, вы, наверное, уже знаете, да? А семга, она такой какой-то приятный такой аромат от нее исходит. И, в общем, пока оно готовилось, я уже вся тут и зашлась слюной. Хочу уже покушать быстрее. Вот, это будет сегодня мой завтрак. Хотя обычно завтракаю я овсяной кашей, но сегодня я решила сделать исключение и побаловать себя вот такой вот вкуснятиной. На этом я хочу свое видео закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.